хорошие дела. Веселая картинка, когда мы вместе, то у всех как будто выходной. Читайте вы слегка, переболели свинкой, поскольку подружились вы со мной. Хочу вам представить зарубежную гостью. У нее проблемы с гостиницей, она несколько дней поживет у нас. Хорошо? Hello. Привет. Зовите меня просто Морси. Морси, Морси, морская свинка. Морси, Морси, морской герой. Морси единственная, кому я могу доверить свой дом, ребенка и, пожалуй, тебя. Такую не видали? За кефиром и обратно. Какую? Не видали? Не видали. Такую не видали? Так-так-так. Подъем! Подъем, подъем, вставай, это уйдем! Куда бегу? В красную книгу. Посмотрите на этого упитанного кота. Чего сразу кот? Целыми днями лежит, лежит. Что бежишь? Что бежишь? Все плохо. А Чиж целыми днями клетку чистит. Клеткоман. Так, посмотрите на этого вполне взрослого 6-летнего мальчика. Что он умеет? Я рисую и мусор выбрасываю. Очень хорошо. Премию мусорскую получишь за выбрасывание этого Нобеля. Здорово сказано. Так, придется мне за вас взяться. Навыки буду прививать. Уколы делать? Уколы? Для навыков нужны условия. Вернее, никаких условий. У нас везде никаких условий. Но там особенно трудно, страшно и очень опасно. Где? Да, интересно, где? В море! Мы отправляемся в невероятное и опасное морское путешествие, полное непредсказуемых событий и поворотов судьбы. Я заболел. Ты что, простудился? О, мягкотелый интеллигент. Два раза вздохнул и уже грипп. Надо вызвать врача. Да предрассудки, у нас как-то один заболел. Так мы его привязали к борту, пустили корабль полным ходом. Вот болезнь и отстала. У него температура. О, у меня была однажды такая температура, что вода вокруг корабля закипела. Так, так, так. Мне тоже как-то неважно. Нервы, знаете ли, шалят. Принесите валерьяновых капель. Вот тебя-то мы и будем лечить. Ну где наш больной? Вот он, бедненький. На что жалуетесь, больной? На всех и на все жалуюсь. О, серьезный больной. А вы родственники? Близкие. Близкие.
Ну что, близкие, будем лечить вашего родственника? Пора давать валерьянку. У меня другие методы. Не дышите. Дышите. Да, болезнь разыгралась. Я требую, чтоб ты мне дала валерьянку! Вот он! Вот он, виновник твоей болезни! А это зачем? Сейчас мы его ампутируем, будешь как огурчик, безхвостый. Спасибо большое, доктор. Спасибо большое, доктор. Профессор, ну рано благодарить. Ампутация мой конек. Не дамся! Что у меня, хвосты лишние? Это необходимо сделать в интересах пациента. Я здоров! Абсолютно здоров! Здоровья не бывает! Ну, раз здоров, тогда другое дело. Так, еще больные есть? У нас все здоровы. Еще как здоровы! Тогда вперед, к навыкам, ложимся на курс. Это не квартира, а сумасшедший дом. Уйти в море, привезти рыбу, крутые гаджеты. Здорово! А планшет можно привезти? Рыба, говоришь? Рыба — это хорошо. Ладно, ложимся на твой курс. Курс! 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 Представим, что это ледовитый океан. В ванной мы воды налили, тазик Ваську опустил. Спасайтесь! Ледовитый океан! Ты не ледовитый, а ледовитый, от слова лед. Холодно там, что ли? Да, там холодно, но вам будет очень жарко. Ванна будет океан, Васька будет капитан. Вижу лезвище морских котиков! Лежбище – это мечта. Лежишь себе сколько хочешь. А не хочешь – все равно лежишь. А я кем буду? Ты будешь страшной акулой, которая нападает на корабль. Акула плывет за кораблем и нападает на корабль. Да повторяю, акула нападает на корабль. Ну, а я что делаю? А ты будешь гордой морской птицей, чайкой. Отдать концы! Есть, отдать концы! Что-то никакая чайка не садится на борт корабля. Чайка, мы плывем навстречу испытаниям. Это не гордая птица чайка, это забитый провинциальный воробей. Нападаю! Молодец, молодец, человек слова! Нападать так нападать, да? Так, акула набрасывается на чайку. Какая-то придурочная акула не набрасывается на чайку. Да и чайка что-то совсем не боится акул. Ну хватай чайку! А акулы обморочных не едят. Акулы любых едят. Были бы свежие. Ну, в наше время выбирать не приходится. Хватай, что дают. Мы так не договаривались. Учиться надо. Таковы суровые законы моря. Где ваша злость? Где воля к победе? Эй, на корабле! Что-то рыбы никакой. Слышу крики морских котиков. Мы же котобойное судно. Охотимся за твоим ценным мехом. А между тем, наше котобойное судно открывает охоту на котиков. Ой, мой мех уже не ценный, а очень поношенный. А рыбы все-таки никакой. И гаджетов тоже нет, и планшетов. А вот и злость. Отлично, ешь птицу. Не буду. И вообще, из акул я увольняюсь. А я из морских котиков. Где я?
Ты дома, в квартире. Да вы что, парни? Это же житейское море. В нем надо плавать и выплывать, жить и выживать, кусаться, бодаться, драться и не сопливить. У вашего моря слишком суровые законы. У нашего они мягче. Ну как же вас еще закалять? Готовить к настоящей жизни. Спорт тоже хорошо закаляет. Даша Морозова на карате идет. Одобряю. Вот где воля к победе. Такую не видали? Никогда. Даша! Значит, не видели, говоришь? Нет. Наших обижают! Очень хорошо! Ну, вы прикольные, Вась. Случилось? Все в полном порядке. Все здоровы? Еще как. А, это бульварная пресса. Выбросить и никому не показывать. Особенно Морси. А вот это в ее вкусе. Мои детские рассказы. Это тебе. Спасибо. 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 А это вам. Диплом об окончании курсов настоящей жизни. С отличием. Не надо восторгов, салют и мерси. Спроси про меня, кого хочешь, спроси. Я Морси, я скромная свинка. Не больше большого ботинка. Я Морси, я скромная свинка, не больше большого ботинка. Морская синева моя стихия, матросская братва моя семья. Морская синева, матросская братва, ну и, конечно, вы мои родные.